Всем привет, на связи Фредмайнер. В сегодняшнем видео поговорим об обновлениях приложения Bitcoin Legend. У себя в телеграм-канале 29 января я опубликовал первый пост об этом приложении. И с тех пор мы с вами начали майнить новую криптовалюту под названием BCL. У них произошли обновления. Вкратце хотел бы я вам рассказать о важных таких аспектах данных обновлений. Ну и, конечно же, коснусь вопроса о проверке KYC и когда же можно будет вывести наши с вами намайненные монетки. Итак, сейчас пройдемся по всем обновлениям. Первое обновление — это они переходят с сети эфира на сеть Binance Smart Chain BEP20. Это замечательная новость в том, что комиссия на эфире всем известна, очень дорогая, и переход на Binance BEP20 цепочку — это говорит о том, что масштаб тех, кто зайдет в эту игру в будущем, будет довольно-таки хороший. Чем меньше комиссий, тем больше людей зайдет в эту игру, так как они планируют в дальнейшем чеканку NFT, выход своих NFT карточек. Их надо будет продавать, за эти NFT-шки можно будет играть, там стейкать, у них еще будет метавселенная своя. В общем, планы у них грандиозные. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Следующая наиважнейшая новость — это листинг на DEX Exchange для повышения ликвидности запланирован у них на июль. Я так понимаю, после перехода с эфировского блокчейна на бинансовский они будут листиться на DEX Exchange PancakeSwap, на бирже Pancake. Как раз для повышения ликвидности BCL это будет замечательно. На данный момент токен BCL торгуется лишь на одной бирже, это биржа LBank. Торгуется она к паре USDT и на данный момент находится на отметке в 3 цента за токен. Это примерно 2 российских рубля. Далее у них ожидается листинг на MEXC. Этот листинг планировали в мае, но по всем известным причинам, так как рынок находится сейчас не в лучшем состоянии, они перенесли это мероприятие на начало августа. То есть на начало августа будет листинг на бирже MEXC. Далее, KYC аутентификация. Запланирована она на сентябрь 2022 года. Я думаю, к этому моменту разработчики уже до конца продумают, как это дело все будет происходить. Скорее всего, можно будет пройти KYC документами, удостоверяющую личность, также и водительскими удостоверениями, и загранпаспортами. Посмотрим. Также начало вывода токена BCL запланировано на сентябрь. Вот как раз таки после прохождения KYC аутентификации всем пользователям возможно будет выводить уже свои намайненные токены BCL. Также в приложении у них появилась новая функция под названием стейкинг финансирования. Кто не обновлял приложение, пожалуйста, обновите свое приложение до актуальной версии. Зайдите, у кого Android, в Google Play, у кого, соответственно, iPhone, то в App Store, и в App Store у вас также нужно будет обновить приложение до актуальной версии. После этого у вас появится такая вкладочка под названием «Стейкинг финансирование». Здесь у нас показываются все наши намайненные наши токены BCL, и возможность появилась их стейкать. Сейчас поподробнее об этом расскажу, как вообще устроена механика стейкинга. Итак, первая вкладочка — это ожидаемая сумма. Здесь можете просмотреть вашу сумму майнинга, ту, которую вы намайнили. Далее сумма вознаграждения и сумма за рефералов. Итак, вторая графа у нас про стейкинг и блокировку. Сумма блокировки у нас автоматически. Сумма разблокировки — остаток от общей суммы. Вот, сумма блокировки у нас 40%, а вот оставшиеся 60% это сумма разблокировки. Вы можете также запросить сумму определенную на вывод. Вот, из остатка как раз таки можете вот запросить на вывод. Но это все произойдет только после прохождения KYC проверки. То есть пока вы не пройдете KYC проверку, вывести монеты вы никак не сможете. После того, как вы заказали вывод, ежемесячно вам начнут выплачивать сумму
не сразу же выплатят, а вот по частям. Вот это специально так сделано, чтобы токен сразу не рухнул вниз, и тем самым они будут препятствовать резкому обрушению курса токена BCL. Следующая графа — это оставшаяся сумма. Вот эта оставшаяся сумма, она у вас будет прибавляться по мере вашего майнинга. Стейкать можно у нас до 3 лет. И чем больше вы укажете длительность стейкинга, тем выше процент за нее получите. Процент варьируется. Вот за 6 месяцев у нас процент составляет 5%. За 9 месяцев 10%, за 1 год у нас 25%, за 2 года 50% и за 3 года 90%. То есть вот такая у нас ставка. И также по мере ваших добытых монеток у вас также процентное соотношение меняется. Если у вас, допустим, количество монет до 1000, то процент у вас будет 10, равен 10. По мере возрастания количества ваших монеток процент уменьшается. То есть за 1000 монет, вот как я сказал, это 10%, за до 10 000 уже 9%, а от 10 8%, от 50 7% и от 100 000 монет уже 6%. То есть вот таким вот образом у них рассчитана сумма прибыли за стейкинг. Так как время еще до прохождения KYC проверки у нас есть, и как минимум, я думаю, что на полгода можно стейкать свои монетки и получать дополнительно прибыль, увеличивая количество токенов BCL. Я думаю, это отличная возможность, чтобы приумножить свой капитал. В последующем, когда уже сможем пройти KYC проверку, она запланирована, как я уже сказал, в сентябре, и после прохождения KYC проверки мы уже с вами сможем наконец-таки выводить наши намайненные токены BTL. Как только начнется процесс прохождения KYC проверки, я сразу же дам знать всем вам об этой новости. Также после этого сделаю подробный видеообзор на прохождение идентификации. Поэтому следите за моим телеграм-каналом, подписывайтесь, кто не подписан. Всю актуалочку я прежде всего буду закидывать именно туда. Ссылка будет в описании под видео. Ну а с вами был Фредмайнер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока.